Всем привет, ребята, с вами Агент Фокс. Я продолжаю проходить Painkiller Battle Out of Hell. Ну что ж, ребята, это у нас уже Пентагон. Вот, четвертая миссия. Вот, ну что ж, в этой миссии нам нужно убить бронепаука меньше, чем за 4 минуты. Сделать это не слишком сложно. Вот, главное, если знать, как его поносить. Так, и вот еще, ребята, сразу скажу, что в этой уровне, в этом уровне есть один или два секрета. Вот я один нашел, ребята, но его может достать только если позволить этому пауку ранить себе специально. Видите, он по земле просто бьет. И да, вот сейчас он замахивается, пытается их ударить по земле. Вот. Да. И вот. Вот когда он вас подкинет, ребята, вот тогда вы сможете попасть. Достать секрет. Так, вот тут, ребята, какой-то баг был. Вот, ребята. Вот я по непонятным причинам летаю в воздухе. И вот еще, ребята, как вы, наверное, поняли, я решил сразу карты Тару использовать, чтобы снять ему пить пол хп. Сейчас, ребята, как бы он себя током это овеял. Вот, и ему урон не нанести. И вот вам нужно использовать одну из этих пушек, чтобы снять ток. Вот, все. Хотя нет, не все. Так, вот тут я немножко затупил, ребята. Думал, ну, все будет нормально. А оказывается, этот гад... вот, он... Я... В общем, ребята, я немножко тут протупил. Уж извините, но... Надо, когда он готовится электрический шар выпустить, надо в него выстрелить, чтобы оглушить его. Так, вот, ребята, вот сейчас, как это сейчас и сделал я. То есть, оглушайте его, вот, все, ток снят. Теперь можно спокойно его выносить. Вот, ребята, у него хп снимается. Вот, и вот еще и там, где я несколько мгновений назад пробегал, там у нас секретик. Вот, но его можно только достать, только если позволить пауку подкинуть себя ударами об землю. Вот, ребята. В общем, ребята, сейчас, как обычно, вот, там пока снимаем хп. Вот еще, ребята, тут у него атака радиоуправляемой ракеты. Вот от нее невозможно двигаться, к сожалению. Так. Вот, даже если, несмотря на то, что я смотрю за стеной, ребята, я стою за стеной, и вот, его все равно, каким-то непонятным образом, меня задевает. А ты задрался своими ракетами. Так, сейчас, ребята, я вот уже почти все хп снял. Так, вот. Да, сейчас, ребята, он опять ток свой включит. И сейчас, ребята, нам нужно опять подождать момента, пока он... электрический шар приготовится запускать. Вот. Вот, затем оглушить его и его снова из пушки пустить. Вот. Я, к сожалению, его сейчас как назло не успел. Сейчас попробую еще раз вот подождать. Вот. Вот. Но обязательно нужно. И вам нужно обязательно его глушить и потом именно с пушки вынести его. А не то иначе вы не пройдете. Так, ну что ж, вот, ребята. Вот, ребята, я выстрелил. Него. А теперь их бам! Вот и все, готов. Вот и все, ребята. Изи-бити паучка мы убили. Вот и все. Сейчас получим новую карту Таро. Вот. Вот, ребята. Бронепаука, вот, восстановление здоровья. Ну, на этом пока, наверное, ребята, все. С вами был Агент Фокс. Всем удачи и пока.